Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Начнем с ежедневок. Так, нанесите 20 единиц урона героям травяным кулаком. Плюс нанести 20 единиц урона займехам. И разыграйте 3 ореха. Так, травяной кулак. Ну давай попробуем сыграть за травяного кулака. Даже не буду смотреть на колоду на свою. Так будет интереснее. Кю-кю-те. Кьют. Оу. Да блин. Ну вот это-то. Твою налево. Не очень хорошо выпало. Ну что, будем, наверное, заклинаху ставить? Ой, заклинаху. Орех. Итак, поставим его сюда. Угу. Интересно, девки пляшут. Летающий мышь ставит. Угу. Так. Там карту вытянет. Интересно. А что у него там может быть? М? Даже так. Ага. Еще и вот так вот делает. Пам-пам-парам-пам. Пара-па-парам-пам-пам-пам. Пара-па-парам-парам. Посмотрим, кто там у него. Ага. И все, да? Понял. Так, этого в труху. В сердце не земле. Ну, ладно. Вот так вот, да, значит? А значит, вот так. Хорошо. Безумие. Он поставил нам безумие. Давай вот так вот сделаем. Ну что, ребята, будем ставить. Что мы здесь будем ставить? По-моему, тут уже ты ничего не поставишь, Рэйчик. Да? Да, ребята, здесь нам ничегошеньки уже не поставить. К сожалению. Как бы я ни старался. Тут только 2 единицы урона получит он.
Видишь, было бы у меня какая-нибудь штучка, можно было бы прописать. Одной единички урона не нанес. Хотел, думал вот это поставить, но вот этот гаденыш мешал мне. А, мы нанесли 20 единиц урона. А-а-а. Вот он как. Ну тогда пошли за меха играть. Подожди, а как мы ему нанесли? У него еще осталось здоровье. Непонятно, почему у него осталось здоровье. Если мы 20 единиц... Он где-то хилялся, что ли? Не помню. Но... Вы серьезно? Вот это... Сейчас вообще... Трындец. Пока пропустим ход. Пока пропустим ход. Что, наверное, кактус у него будет? Наверное. Просто глянем. Так, орех. Орешек, орешек, орешек. Пока ничего не будем делать. Поехали. Пропускаем. Hello. И все, что ли? Так. Так, 4 хп у него остается, да? А что будет, если я сделаю вот так вот? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот так вот. Сдался. Сорок шестой ранг был и сдался. Но, ребята, по-моему, мы 20 единиц урона не нанесли. Мы нанесли ему 17. Да. Поэтому поехали дальше. Поехали дальше. Зе мех. 1000 лет за него не играл. Серьезно говорю, 1000 лет за него не играл. Так, опять, ребята, Бунг Чуй, по-моему, тот же самый, нет? Даже так. Ну, если я, например, поставлю вот так вот. Как тусеночек у него. Как тусеночек, как тусеночек.
Вирус. Что нам тут можно сделать? Он же наверняка будет карты, да, брать? Заниматься добором. Убирает. Так, ладно, в реп-то он все равно получит. Да, пока я здесь ничего делать не буду. Интересно, у него могилоед есть? Да ладно. Дело дрянь, друзья. Так, 3 единицы урона. Ну сюда бомбанем, наверное, я так понимаю. Нафиг ли еще делать-то? Опа! Так, в броню бомби. Нет, друзья мои, никакой брони. А все, я тут что сделаю? Ты у меня 3 вируса. Но 20 единиц урона уже нанесено, потому что там было 7. Могилоед. Ну, ты сам понимаешь, да, что здесь ну, просто без вариантов, ребят. Удача на арене, спасибо. Но вот что-то как раз удачи-то мне тут и не видать. К сожалению. Ну конечно, ребят, когда у тебя пол руки в заклинаниях во всяких, которые тебе не нужны в данный момент, то... О чем тут можно говорить? Так, ну что, зеленая тень. Сыграем 3 ореха. Нам нужно доиграть ежедневки. Попробуем. Не, замех неплох, но когда у тебя выпадает, я тебе говорю еще раз, в руку такая ерунда, шваль, так скажем. Конечно, тут тяжело отыграть. Так, мы одинакового ранга. Плюс здесь у нас... Угу. Ну, давай попробуем таким вот образом. Амфибия, рев, динозавра. Что у тебя там припрятано? Давай так поставим. Ландшафт. Будет интересно менять? Ну. Ну, понятно, что он его хочет убрать, он хочет его спасти. Тут у него сработает защита, как ты понимаешь.
дождался. Я даже орех не разыграл. Вот в чем беда вся. Мне нужно разыграть один орех. Так, и мы опять одинакового ранга. Но это уже заразительные сальцы. Это, ребята, уже не шутки. Причем мы прекрасно знаем эту заразительную сальцу. С ее этими способностями. У нее там и такая атака, и сякая, блин, что там только нету. Угу. Проигнорирует или нет? Проигнорировал. Будешь ставить кого-нибудь сюда посерединке? Нет, не стал. Угу, а я тебе говорил? Я тебе говорил, что у него есть. Вот теперь, теперь можно спокойно. Можно спокойно выставлять, наверное, его. А, нет, вот что у нас тут. У нас тут есть, что поставить. Угу, угу. Молодец. Давай сделаем так. И, наверное, сделаем... Блин. Немножко неправильно. Ладно, фиг с ним. Ну что ты там задумался-то, твою налево? Этого использовать. Или все-таки волшебный росток баба при нанесении урона. М? Что скажешь? Ну давай, давай, не стал. А там подтанцовщики у него, по идее, должны быть. Хм. Ага. Подтанцовщики должны быть у него. Подтанцовщики либо... Ага, телепорт. Телепорт. Сейчас все зависит от того, кого он сюда будет ставить. Это команда у нас? Нет. Это? Нет. Команды нет. Слушай, пугало, вали-ка отсюда нафиг. Я надеюсь, что вот здесь вот он пробьет, удар будет в броню. Так, ну подтанцовщики у него остаются только лишь. А, вот, 3 единицы урона. Но мне кажется, здесь он немножко тупанул. Почему? Ну смотри, во-первых, у нас 5 единиц урона в лицо ему есть. Тут 2 урона. То есть... И вот он думает, что он вот таким вот образом меня победит.
Смотри. И вот так вот. Все, я же тебе говорил, что это... Если бы он вот этого бы уничтожил мне, тогда да. Тогда, ребята, я умывал бы руки сейчас. Но он почему-то решил другого убить. Ну, его дело. Так, друзья мои. Ну что, поиграли. Довольно неплохо. У нас еще, по-моему, остаются безумные правила. Пройдем, надеюсь. Ой, в начале каждого хода вы с противником будете получать по 1 единице урона. В бою, где участвует сахарная курица, выживет сильнейший. Сахарная курица? 100 лет играю в эту игру. А что за сахарная курица? Это вот ты сахарная курица? Нет, это огненный петух. Вот это что ли? Нет. А какая сахарная курица? Че они несут-то? Ересь какую-то. По 1 единичке урона мы получаем, да? Ну, этот не жилец. Сейчас мы огненного, так скажем, петушка поставим. На тебе. О, как. Я знаю, на что он рассчитывает, ребята. Нет, не знаю. Да, тогда не знаю. Утягиваю 2 карты. Слушай, как быть-то тогда? Пропущу ход. Надеюсь, у него нету. Ага. И вот так. Мне повезло. Так, ты даешь сколько? 3-1. 3-1. Мы делаем с тобой вот так вот. Перемещаем его вот сюда. Погнали. Угу. Пока не буду тратить. Посмотрим. Вот так вот, да, значит? Он умнее, если только спрятаться. Пока. Блин, у него сработает сейчас защита. И 2 единицы урона по лицу, как всегда, да? Давай поставлю сюда. И пока все. Ребятушки, фигня получается полная. Хотя, нет, фигня получается полная. Смотри, что сейчас получится, ребята. Он бьет, у него срабатывает броня, да? У него будет 2 урона по земле, поверь мне. Смотри. Ну вот разве это, ребята, не специально сделано все? Именно сейчас он вытянул 2 урона по земле. Не бессмертие, не еще что-нибудь. А именно 2 урона по земле. Такая вот, ребята, подтасовочка, так скажем. Ну что, друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.